Вот у нас провинившиеся. Так, дорогие друзья, всем здравствуйте. Сейчас детки все дома и творят чудеса. Вот сегодня они у нас разрисовали стенку. Второй оператор, пожалуйста, подходите, покажите, что произошло. У мамы инфаркт миокарда, вызвали срочно Ляну. Ну и внизу еще посмотри, тоже начиркали. Ага. Разбойники. Значит, у нас сегодня детки, конфетки, которые разрисовали стену. Итак. И теперь вот... они возьмут чистики в руки и будут мыть все, что порисовали. Конечно же. Итак, сегодня у нас стена, тем, кто подключается. Детки, которые сходят с ума дома. И мама, которая сидит с холодным полотенцем на голове. Сейчас мы это все будем чистить. Итак, берем чистики. А что, не веришь? У тебя что, чистики? Так, вот мы начинаем. Давайте вот на эти... Так, во-первых, друзья... Мы играем. Это тереть не нужно. Вот таким вот легким движением просто очищаем. О, все. Слава богу, вроде очищается. Ой, очищается. Ну, Ариночка, надо одеть на ручку обязательно. Нет, так нельзя. Надо одевать на ручку, потому что нужно показать. Смотри, во-первых, мы показываем, как чистится. Покажи вот эту часть мне, покажи. Видишь, как очищается, да, так? А теперь вот сюда. Ага, давай, только внимание, девчонки, силу мы не применяем, ни в коем случае. Значит, дорогие друзья, они натворили дел, а теперь даже мне не надо брать в руки телефон, они просто все сами убрали. Вы только что видели, все было в сердечках, а теперь все чистенько, и все продолжаем очищать. А ну, мама, дай нам еще работу. Что еще? Вот, красотки. Ну, ты представь, уже все. Вот они какие молодцы. Вся стенка чистая. Ким, да, а сейчас, во-первых, с амбимом надо пополировать. Вот этим зелененьким. Держим зелененький. Так. Ага. Все, а что еще там мама нам дает? Что-то есть еще почистить? А вот здесь чуть-чуть у меня грязь. А ну давайте берем чистики. Берем. И что тут у нас есть на стенке? Тоже чистим. Вот как они какие молодцы. Сила. Нет, силу только не применяем. Все же силой очищаем. Так, переходим. А вот смотрите. Вот кто здесь видит пятнышки от рук? Вот какие они у меня молодцы. И даже вот какие они у меня умнички. Нет, стоп. Зеркало сейчас перейдем. Давайте, Ариша. Смотри, сейчас мы берем в руки вот эту ткань, складывай ее в 4 раза. В 4 складывай. А ты, хорошо, ты чисть. А ты в 4 раза складывай. Так, сложила в 4 раза. Давай. Вот так. Вот умничка. Не стегайся. Вот моя куколка. А там не стегайся. Боже мой, ну какие красотки там у нас. Не стегайся уже. Все уже стерлось. Уже смотри, два. Ничего нету, вообще ничего нет. Все, 4, все, вот, 4. Вот, смотри, вот так. Оп, теперь ты берешь и вот это просто протираешь. Так, а теперь давай зеркало точно так же. Только не так, как ты хочешь сделать, да, а просто сверху вниз. И давай еще вот здесь повытирай. Видите, зеркало сразу высушивается, за что вот люблю продукцию. Тут уже чуть-чуть высохло. Что? Руками не трогай, только помыли снова пятнышки. А ты... Нет, а пятнышек, между прочим, нет. Потому что, когда моешь без химии, пятнышек нет. Руки тоже чистые. Ну, руки после чистиков же чистые. Значит, мы помыли сейчас еще и дверцу. А сейчас переходим к домику. Вот. Чистое зеркальце. Где наш домик? Берем чистики. Да, кукольный домик мы давно не чистили. Да, Амалия, бери чистики.
Давай нам вот эту. Руки. Ну не так, не так, только не силой. Смотри. Покажем, она такая поверхность чуть-чуть серая. Она пористая, она пористая. Вот, вот вот эту часть, да. Давайте, давайте. Вот, молодцы. Вот здесь давай, смотри, вот эту часть. Ага. Только, только смотри. Важный момент, дайте покажу. Ты силу не применяешь. А просто вот, вот видишь, как у меня раз и почистилась. Ля-ля-ля. Все, то есть вот эти все части мы кремовой рукавичкой. Значит, сегодня у нас работало три ткани. Белая рукавичка, кремовая рукавичка. Кто мне подаст самбим? А ну подай, моя куколка, самбим. Подай. Вот, моя умничка. И вот здесь мы просушили, так? Так. Смотри, как Амалия мне помогает. Все же почистила. Вот, да? Моя умничка. Какая хорошая девочка. Молодец. Друзья, у кого еще детки, нечем их занять? Нужны срочно чистики? Или если у вас есть дома чистики, то давайте им, пускай они свою энергию направляют вот в так... на чистики, на чистоту, а не на разрисовку стен. Теперь мама поняла, будет чистики держать в самом доступном месте. Видишь, чистики должны лежать на виду, мамочка, для того, чтобы вот детки... Как себя очищают? Да, умничка. Молодец. Мы все видим, что ты все почистила. Только надо на ручку одевать. Ну, тут мелкий шрифт. Ну, вот надо еще раз, значит, попробовать. Просто одень на ручку, хорошо? Одевай на ручку. Мы сегодня чистили поверхности такие, как стенка, разрисованная в сердцах фломастерами, карандашами. Мы почистили... Вот. Мы почистили пальчики от рук на, на шкаф. Все, они уже, представляете, они только и видят какие-то пятнышки и начинают их чистить. Мама довольна, дети заняты, так что привлекайте своих деток. Наверняка у вас есть чистики, а если у вас их еще нет, то уже, наверное, пора их иметь, потому что все-таки скоро у нас весна, и все загрязнения будут видны еще больше. Так что ждем вас каждый день на наших эфирах. Большое спасибо, что вы все время с нами. И давайте вопросы, какие-то интересные поверхности. Может быть, что-то есть у вас такое, то, что... Ну, вы отчаялись почистить. Вот как сегодня наша мама практически отчаялась почистить свою стенку. Да, мама? Да, и очень расстроилась. А сегодня довольна и говорит, надо теперь чистики держать на виду, потому что как они испачкали, они и будут очищать. Вот, наши, видите, как они бегают, бегают, бегают с чистиками. Значит, с вас поверхности, любые вопросы, и заходите к нам на эфир, я буду очень рада вас видеть, мы обязательно вас чем-то удивим и развлечем. Все, всем, 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 муа! Пока. Тут еще Алена. Ну, ну и что, пробуй, продолжай.